подыши. Такая эмоциональная напряженность витает в воздухе на греко-римской борьбе в Барнауле. Оно и понятно. Всероссийские юношеские соревнования, где каждая победа на вес золота, посвящены состязания Николаю Ивановичу Щеклейну, заслуженному работнику физической культуры и по совместительству тренеру, воспитавшему множество мастеров спорта. Я думаю, что самая главная особенность Николая Ивановича – это он умел всех сплачивать, созидать, создавать. Все отзываются о нем только положительно и всегда упоминают, что был настоящий друг, настоящий товарищ, то есть в любую минуту мог прийти на помощь. На 15-е по счету соревнования в честь Щеклейна приехало рекордное число участников – 236 из 9 регионов. Была не только привычная Сибирь, но и Дальний Восток в лице Хабаровска. Как считают участники, борцы оттуда очень сильны. Из этого города даже победитель первенства мира по греко-римской борьбе. Однако секретов подготовки никаких нет. Ну, в основном у всех борьба одна и та же. Ну, просто у других чуть-чуть подготовка другая, там что-то по-другому делают. То есть ту же технику. А вот в чем это по-другому выражается? Ну, допустим, кто-то работает там от руки, кто-то работает там в партере больше, кто-то там с головы делает. Основным сюрпризом на этих соревнованиях стал приезд Александра Карелина, сенатора Российской Федерации, трехкратного победителя Олимпийских игр по греко-римской борьбе. Многие участники хотели получить фото на память с легендарным спортсменом, а некоторые даже услышать совета. А что бы ты спросил у Карелина? Дисциплину, наверное, развивать в себе. Дисциплину, как настроиться на борьбу? Вот первая схватка, как мне на нее настроиться? Волнуюсь, потому что сильно. Чтобы не волноваться, нужно не филонить и не вести себя поперек Антона Павловича Чехова, чтобы не было мучительно больно вот на этом ковре проигрывать. Поэтому, если ты честен на тренировках, если ты выполняешь установки тренера, а не споришь с тренером, если ты искренне веришь в то, что родители привели тебя в правильный вид жизни, то и настроиться на первый поединок будет намного проще. Александр Карелин отметил высокую подготовку алтайских спортсменов, а также высоко оценил сохранение культурных традиций греко-римской борьбы в крае. По его мнению, наш регион – это отличная кузница кадров для будущего развития этой дисциплины. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.